Всем привет! Сегодня решил вырваться на море. Сейчас 21 декабря. Обычно в это время вообще ничего не клюет. Но поступила информация, ну, не подтвержденная с интернета, что ребята хорошо отловились по бычку. Меня и заинтересовало. Сейчас где-то 13:30. Ну и на пару часов я решил выскочить на море, проверить эту информацию. Ловить я буду на кипковые удочки с мормышками. И один спиннинг закину это. Из наживки у меня будет куриные сердечки и ферина, засоленная еще давненько, с осени еще засолил. На море сейчас вообще благодать, ветра нету. Может, будет видно, может, нет. Извиняюсь за качество съемки, если что-то не так. В общем, что из этого получится, я вам покажу дальше. Постараюсь все донести, все рассказать сегодня. Первый бычочек. Такой классненький. А бычочек живой? А ну... Да, вон в норку попал. Все. Только что были поклевки. Вот опять. Он очень капризный, как-то себя ведет капризно. Выводим. И вот он взял. Несмотря что температура воздуха около нуля, минус один, ему это не пугает вообще. Ловлю сегодня на мормышке грамм 5. Кивочки у меня жесткие стоят. На одной удочке жесткий, реально жесткий такой судаковый кивок. Леска 0,35. Напрямую, без всяких понтов, без всяких, обычным узлом привязана мормышка, ферина и сердце. Вот, жесткий. Сейчас покажу, не жесткий. Вот мягенький. Давно так не ловил. С весны, обычно только по весне вот так по норкам и ловят. Но сейчас решил все-таки попробовать, потому что, ну, информация была, и таки да, бычок клюет. Две штучки уже взято. Но, слава богу, хоть так, потому что всего пару часов. Ну и вон сидит мужичок на том пирсе. Но пока что без результата, я смотрю. Только что на мелководье удалось найти вот такие меди. Довольно-таки крупные. Сейчас решил попробовать на них. По лету это лучшая насадка. И, ну, весной все равно, в принципе, на что ловить. Но перестал клевать вообще. У нас тут солнышко такое замечательное. Сейчас попробуем на них. Вот моя мормышечка. Сейчас покажу, как это делается. Сейчас установлю наш штативчик. Берем миди. Они такие плотные под зиму. Берем, разбиваем. Осторожно выдавливаем это все. Получается такая желеобразная штучка получается. Смотрите. Берем через печень. Выводим. И тут такой язычок будет. Это ее сердце. Он жесткий. Может, будет видно, может, нет. Не знаю, из-за освещения. И получается, затягиваем вот прямо на него. Получается вот так вот. Ну, может, будет видно, может, нет. О, не сейчас отринется. Два дельфинчика. Вот так близко прям вообще. Прям как дельфинарий. Сколько их много? Раз, два. Вон еще там далеко. Была такое, что поклевочка. Что-то я рано подсек. И вроде опять вернулся за камерой. О! Но он что-то не может заглотить. На мидию, кстати, закинул.
когда вода ледяная, он очень капризный становится. Очень. Ну, замедляются у него все процессы. И вот главное не подсекать, когда он ударит, а когда много рывков будет. Потому что вот я чуть-чуть мормышку поднимаю, а его там нету. Сейчас посмотрю, есть ли там вообще что-то. Да, вообще ничего не объел. Но он голодный. Не знаю, он там один, нет? Слава богу, и за это. Что в конце декабря хоть что-то ловится. Только что произошла поклевка. Ой! Вот это монстр клюнул! Удочку аж утащил. Не знаю, успел, нет, заснять, так бежал, что вот такой вот на сердце клюнул. Сейчас его покажу в профиль. Красавчик, я его давно выжидал здесь. О, клюет как. О, есть, второй. Такой вот опять монстрик. Моя лапа по сравнению с ним. Вертушка прямо на нас летит. Военная. Ладно, не будем отвлекаться на мелочь. Что, вот такого монстрика поймал. Клюнул без поклевки, когда просто стягивал, поэтому даже не успел заснять. А камера нам на холоде очень быстро разряжается, поэтому не снимал. Как бы. Вся остальная удочка вон стоит вообще не поклевочки на мидию, что интересно на мидию. А вот это на сердце просто когда стаскивал, клюнул. Это уже третий у нас, третий крупный. Два мелких не в счет. Но это бубырики. Честно, не верится, что сегодня 21 декабря. Вообще не верится. Солнышко уже садится, а нырки пытаются посмотреть, откуда я рыбу тяну. Пойдем проверим. Да, он тут. Мормышечку заживал, бубырик такой. О. Добрый. Ну, говорит, несколько килограммов там. Крабика поймал. За 2,5 часа нам все-таки удалось поймать немного рыбки. Многие бывалые рыбаки удивлялись этому, подходили, говорили, в смысле бычок есть? Я там хожу, нету. Ребята, на самом деле бычок сидит глубоко в норках. Если летом, он может сидеть на пятнышках всяких, на песочке.
Сейчас надо искать в таких труднодоступных местах, в глубоких норах, в колесах. Ищите. Сейчас немного запыхался. Ну, рыбалка удалась на славу. Как 2,5 часа поймать 21 декабря бычка, это вообще новшество для Одессы. Хотя я немножко подзамерз. Всем спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх, подписываемся. Скоро будет новый видосик. Возможно, поедем на речку.